это реконструкция набережной, исторический проект «Царский перекресток», световые инсталляции на Пионерском проспекте, благоустройство прохода к морю в районе бывшего санатория «Кавказ», а также композиция фонарей «Парусная регата». Все проекты имеют финансово-экономическое обоснование. Комиссии была представлена развернутая информация, и по итогам комиссии теперь мы ожидаем положительного заключения по одному из проектов, которые позже в администрации нам будет путем протокола доведено. Ну, конечно, мы как администрация считаем очень важным проект реконструкции центральной набережной, так как это знаковое место не только для наших туристов, но также для местных жителей.